Когда я не помню, как я играла, я получила тогда первый раз, по-моему, 9 или что-то такое из 10. Наконец-то. И я помню, что я была совершенно в другом каком-то, какой-то другой реальности и совершенно не понимала, что делать мои пальцы. Но при этом я себя слышала будто со стороны. Вот это было первый раз. Но это не самое лучшее состояние для сцены, потому что все равно надо все делать сознательно, осознанно. И в результате мы должны прийти к чему? Что ты технически делаешь какие-то вещи, которые заставляют людей переживать. Ты не должна на сцене переживать, потому что эмоции могут тебя куда-нибудь увести далеко от текста и от интонации, от всего. То есть переживать-то в результате должны слушатели, а ты должна чувствовать себя очень так сознательно, уверенно и так далее. Поняла? Но пока тебе самой нужно тоже попереживать. Вот пока у тебя будет такой период, я тебя даже буду заставлять переживать. Чтобы с каждой, знаешь, чтобы ты прям чувствовала, сейчас у меня большая терция, я радуюсь, и прям внутри вот все так, а потом мне грустно, там, не знаю, бедный котенок там какой-нибудь, понимаешь, и прям слезы. Поэтому надо научиться пока это делать, а потом научишься и других заставлять. Все.